parle d'un temps que le moi de 20 ans ne peut pas connaître. Mon marteau s'est en là, accroché ses lilas jusqu'au sous une fenêtre, s'il semble garnir. Qui nous servent de mine, ne payez pas de mine. C'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine, et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça vous le dit. Французы умеют совершенно легко говорить об очень серьезных вещах, о каких-то наших трудностях, о лишениях, о любви. Говорят замечательно. Я получила удовольствие и очень рекомендую ходить. Ходите на французские каникулы «Пионер». Есть на что посмотреть. Достаточно интересная программа. И тот фильм, который показывали сегодня, он очень симпатичный и тонкий. То есть надо сказать, что уже довольно давно сочетание французской комедии вызывает чаще опасения, чем радость. Но вот это вот настоящая французская комедия, как мы все ее представляем. Тонкая, остроумная и легкая, дарящая оптимизм и хорошее настроение, хотя на такую не самую простую тему. Ну, это классная атмосфера, это очень интересное всегда кино. По-французски немножко неожиданно бывает, очень свой интересный юмор французский специфический. Но это всегда не глупое кино, это всегда кино с идеями, это всегда есть о чем подумать, есть о чем посмеяться, есть над чем даже погрустить. C'était ce soir l'ouverture des vacances françaises. On vous attend au cinéma Pionnière du parc Sokolniki et du parc Gorki. Ne ratez pas l'occasion de découvrir le meilleur du cinéma français actuel. Чудесный вечер, летний, теплый, прекрасное кино, милое французское. Очень правильная для того, чтобы в таких же декорациях провести остаток лета.